прохладе бара. Утренний коньячок. И опять в жару. И это очень даже хорошо. Там бассейн, кто-то люди прыгают. Ну а мы по коньячку и по коктейльчику. Отлично. Едачка 3. В классном баре между, ну, еще до обеда вот можно взять фруктиков, булочки всякие, фруктики вон там, потом тут всякие вкусняшки. Тимоха, бери, что ты, вкусняшки, тортики не будешь брать? Так вот, да. Нормально. Я по коньячку опять. Небольшой перекус. После вискаря и снова моря. Йо. Данке, майстер.